Всем привет! В данном видео я хотел предложить вам два, как на мой взгляд, самых надежных и безопасных способа установки драйверов на ваш ноутбук или компьютер. Первый способ заключается в установке драйверов на компьютер загрузочного диска с драйверами, который прилагается при покупки ноутбука или компьютера. Правда, это случается не всегда, потому что поставщик как бы забывает приложить этот загрузочный диск к компьютеру. Дело в том, что драйвера, которые находятся на этом загрузочном диске, имеют официальный цифровой номер, можно сказать, они зарегистрированы, не имеют никаких зловредов, ни вирусов, ни троянов. То есть установка этих драйверов загрузочного диска гарантирует вам стопроцентную безопасность вашего компьютера. Потому что, качая драйвера с офлайн сервисов или программами, которые качают драйвера и устанавливают их потом на компьютер, эти драйвера мы не можем проверить. Хотя Windows нам в другой раз предлагает на выбор устанавливать или не устанавливать драйвера по нашему усмотрению. Но мы обычно соглашаемся, то есть пишем, ставим галочку установить по-любому этот драйвер. И неизвестно, что после установки этого драйвера может случиться с операционной системой. Такие драйвера, непроверенные, не подписанные, они могут не только убить нашу операционную систему, но и нарушить файловую систему компьютера, что приведет к сбою в работе некоторых программ и в конце концов нам придется операционную систему переустанавливать. Второй способ заключается в том, что нужно зайти на сайт производителя вашего компьютера или ноутбука, то есть это официальный сайт, и оттуда скачать необходимые драйвера. Мой компьютер вот называется Acer Aspire E1-531G. С официального сайта мы будем искать драйвера. Закрываем, открываем браузер и пишем сайт Acer. Acer драйвера, официальный сайт. Кликаем. Здесь выбираем драйверы и руководство. Официальный сайт Acer. Кликаем. Мы зашли на сайт. Вы выбираете для своего ноутбука или компьютера. У меня ноутбук. Кликаю ноутбук. Aspire. Выбираю версию своего ноутбука или модель. Вот E1-531G. Кликаю. Опускаемся немножко. Вниз. Модель Aspire E1-531G. Выбираем нашу операционную систему. Та, которая у вас стоит. У меня Windows 7 64 бита.
Есть. Вот здесь нам предлагают скачать 16 драйверов для моего ноутбука. Загрузить. Кликаем сверху. Загрузить. Закрываем. Качаем следующий драйвер. Открываем папку с загрузками. Мы закачали два архива с драйверами. Всего вы должны закачать, ну как в моем случае, 16 штук. У вас для вашего компьютера или ноутбука их может быть больше или меньше, в зависимости от установленной операционной системы. Затем заходим на диск C, D вернее. Здесь, прошу прощения, я создал папочку драйвера на Acer. Вот она. Драйвера на Acer с официального сайта. И вот эти драйвера, 16 штук. Также вы должны сделать и себе. Теперь в случае переустановки системы диск C у вас будет форматироваться. Диск D останется в таком же состоянии. То есть на нем будет папка с этими драйверами. Чтобы установить драйвера, их нужно будет устанавливать поочередно. Берем, допустим, нижний драйвер. Выделяем и распаковать здесь при помощи программы 7-Zip. Также еще один файл распакуем. Распаковать здесь. Вверху появляются распакованные папки. Теперь заходим в папочку. Выбираем нужную нам систему. У меня Windows 7 64 бита. Выделяем верхнее приложение. И запускаем его. Появляется мастер установки драйверов устройств. Кликнув по кнопочке «Далее», мастер запустится в работу и установит нужный драйвер. Отмена. Также следующий драйвер. Запускаем. Открываем. И находим вот здесь нужно запустить приложение Setup. Выделяем запуск от имени администратора. Компоненты, как видим, тоже запускается программа установки. Отмена. Соглашаемся. Следующий драйвер, допустим, вот этот. Открываем.
Так, то же самое setup. Запускаем от имени администратора. Приступая к работе. Программа установки драйвера, указывающая устройство Synaptics. Я думаю, что принцип установки драйверов вам понятен. Не забудьте создать папку на диске D и туда все эти драйвера скопировать. В случае необходимости заходите в эту папку. Но необходимость это тогда, когда вы будете переустанавливать операционную систему. Вы восстановите вот эти все драйвера, скачанные с официального сайта. Драйвера, проверенные с цифровой подписью, не заражены никакими вирусами и зловредами, можно ставить без опасения, что ваша система после установки этих драйверов будет плохо работать. На этом свой обзор по установке драйверов на ноутбук или компьютер заканчиваю. Спасибо всем за внимание. До свидания.